Наука уже ответила на многие фундаментальные вопросы, но до сих пор остаются вполне обычные, на которых попросту нет ответа. Ну давайте рассмотрим всего несколько таких по порядку. Зачем мы зеваем? На этот счет существует множество теорий, в том числе и самых нелепых. Внимание заслуживают две, как наиболее вероятные. Первая гласит, что зевота помогает снять напряжение с мозга и улучшить его работу, только непонятно конкретно как. Вторая теория заключается в том, что зевота объединяет и как бы заставляет людей друг другу сочувствовать. Зевнувший следом за кем-то, будто подсознательно хочет сказать «Да, дружище, как я тебя понимаю» и тоже зевает. Как работает эффект плацебо? Кто не знает, это пустышка, лекарство без каких-либо свойств. Но некоторые люди все же чувствуют эффект от этого препарата. Как бы то ни было, фармацевтические гиганты мечтают раскрыть тайну эффекта плацебо, чтобы лишить возможности наживы мошенников, продающих пустышки. Ведь разработка настоящих лекарств стоит дорого и занимает продолжительное время. Из-за самовнушения людей они иногда не могут конкурировать с обманками, с пустышками. Почему кошки мурлыкают? Большинство видов кошачьих, от домашних кошек до гепардов, производят особенное пение – мурлыканье. Если посмотреть на домашних кошек, то они мурлыкают абсолютно в разных ситуациях, когда кормят своих котят, когда их гладят люди. Даже когда они голодны или напуганы. Все правильно, кошки мурлыкают и когда счастливы, и когда несчастливы. Ученые до сих пор не могут объяснить, зачем кошки издают такие урчащие звуки. Почему люди делятся на левшей и правшей? Примерно 1/10 часть людей орудуют своей левой рукой намного лучше, чем правой. И никто не знает, почему существуют левши. Да если на то пошло, никто не знает, почему существуют и правши. И почему люди не умеют одинаково ловко управлять обеими руками? Согласно одной из теорий, на ведущую руку влияет та часть мозга, которая отвечает за речь человека. В общем, тут все сложно. Что такое черная дыра? Черные дыры, несомненно, самые странные и загадочные объекты в космосе. Их причудливые свойства могут бросить вызов законам физики Вселенной и даже природе существующей действительности. Образно говоря, ученые думают, что это пустота без пространства и времени, но с огромной силой притяжения. Но до сих пор никто толком не рассмотрел черные дыры, и все теории сводятся к рамкам фантазии конкретных ученых. Сколько еще вопросов существует без ответа? Да, огромное количество, но наука не стоит на месте, и мы развиваемся, возможно, скоро и узнаем ответы. На этом все.